Но эта история явно не рассчитана на внутреннего потребителя, а поскольку населению абсолютно наплевать на подобные разоблачения, это компромат, который имеет своим адресатом зарубежное общественное мнение. И там, конечно, это очень серьезный удар по Кремлю. Ну и для Кремля позиция общественного мнения за рубежом неизмеримо важнее, чем то, что о нем думают здесь. Это понятно. Вот. Так что это, конечно, очень неприятное для Кремля развитие событий. А при этом одно не исключает другое. А при этом Соединенные Штаты могут использовать Россию как инструмент в борьбе с Турцией и одновременно готовить материалы для того, чтобы нанести финальный удар по ее политической системе России.